Всем доброе утро, дамы и господа. Прошелся, ну я еще двор раундапил, короче, прошелся. Двор прораундапил. Ну здесь повыкашивал, осталось вот тут еще мне пройтись. Вот этот вот участок выкосить. Здесь почистил. Зарос уже вот такая вот эта амброзия повырастала. Вот, прошелся здесь. Повыкашивал. Вот видите, акация как. Я здесь дерево спилил. Мелкие-то я тут ходил, выдергивал. Сейчас я их скосил. А это видите, как быстро. Смотрите, какие иголки. Это жесть. Вон еще, смотрите, лезет. Там, там. Вот надо все это ходить. Выкашивать. Деревья вот эти надо поспилить. Мешают тут вообще до ужаса. Вот, все это повыкосил, короче. Вот видите, дичка, паданка. О, выпиливать все это дело, потому что здесь стоит грецкий орех, я уже говорил как-то. Вот. Мне бы хотелось, чтобы этот грецкий орех поднимался. В этом году пока орех на нем не вижу. Но я думаю, что будет. Вот. А это все это дичка, яблоня. Тоже такая же вот паданка вся. Вот. А ореха на этом дереве, ребята, в этом году очень много. И орех довольно-таки хороший. Вот. В том году он мелкий орех давал. В этом году очень такой, ну, довольно-таки крупный орех. Даже вот так, видите. Вот, смотрите. Даже вот так вот. Что ореха в этом году очень много. Ну, именно на этом дереве, а на том, то дерево, там вообще крупный орех не хочет давать в этом году. Ну, есть, но мало. Ну, прошелся, выкосил, потому что скоро уже пойдет, уже трескаться начинает. Вот, уже полосочки появляются. Еще маленько-маленько и все. Все, повыкашивал, видите, смотрите, акация тут. Ой, этот, амброзия какая повырастала, вообще жесть. Прям большая, я тут давно уже сюда не заглядывал. Сейчас триммер маленько отдохнет. Ну и пойду вот здесь вот повыкашиваю тоже. Надо выкосить. Потому что тоже сейчас вырастет, зарастет, блин, все. Капец. Опять буду тут с этим, с диском ходить, косить. Вот. Ну и я походу жду деда. Дед должен приехать, надо ему выборку там сделать. Смотрите, сколько жердела. Вчера в руки не дошли собрать. Я собираю, курам отдаю. Компоты я себе уже все понаделал. Мне хватит вот так сладкого. Пол мешка я убил. Мне за глаза. Сейчас только с огородом. Пойдемте, кстати, посмотрим. Я сегодня еще даже не заглядывал. Сейчас я разденусь. Вчера переворачивал старые там, ну, в сарае в одном. Я когда заехал, собирал весь вот мусор, вот это всю, всю грязь. Ну, не грязь там, всякие мелочи там, короче, все туда закинул. Вчера полез туда переворачивать, там много таких интересных вещей понаходил. Вчера обещали дождь, и так дождя и не было. Так, покапал, поморосил чуть-чуть, и все. О, смотрите, растут нормально. Этот даст, даст. О, нормально тут. А, даст. Даст, даст. Ну и перцы вот есть. Тоже нормально. Вот эти дают. О, лягушки. А ты что? А этот давать пока не хочет. Ну этот зацвел. Ну, куда скачешь? Ну даже этот крайний, смотрите, дает. Вообще нормально. Так, помидорки. Вот они. Все нормально. Я пока коплю. Он есть. Я пока коплю. Он и там есть. Нормально. Вообще, ну эти пока еще нет. Пока еще рано. Опа, не понял. Ну что такое? Привязывал уже. А, вот привязан. Ну тут и тут еще вот. Это последний. Морковочка. Кто-то все напрягается там. Ой, рано то, рано это. Блин, ребята,
Мы живем в Краснодарском крае. Вам же там написали, там кто-то написал, правильно? По два урожая можно садить. Вчера выкопал вот здесь вот, и он там. И у меня получилось маленькое 7-литровое ведро. Картошка мелкая, но только в конце была, там такая более-менее, ну, покрупнее. Вот, не знаю, посмотрим дальше. Тоже я не знаю, сегодня, наверное, сегодня я буду помаленьку ее выкапывать. Ну, я так, по чуть-чуть выкапываю, там, убираю ее. Ну, а там придется выкашивать, чтобы копать. Ну, там, видите, под мотоблок садили. А здесь нет, здесь, ну, мотоблоком делали, но вручную садили. Вот. Посмотрим, короче. Наоборот, я же говорю, в том году она у меня пролежала. Пролежала в земле. Я просто убираю, чтобы солнце вам не светило. В земле пролежала до августа месяца. Я потом выкопал ее, и полтора мешка я выкинул в прошлом году. Понимаете, она просто спарилась. Потому что земля сухая, дождей нету. Она вот, она высохла. Какой смысл ей лежать, ну, если она высохла? Она уже не растет, понимаете? То есть у нее уже нет корней, ничего. Она просто лежит и все. Вот, и как бы, ну, ее надо выкапывать. Второй урожай садить я не буду. Как бы, ну, нет нужды. На следующий год посмотрим. Что-то у меня немножко планы начинают меняться. И взгляды на жизнь. Так что вот как-то вот так. Посмотрим. Сейчас. Ну, я еще позанимаюсь, пока дед не приехал. Я еще покашу, сейчас перекурю, пусть триммер остынет. Там дед приедет, с дедом позанимаемся, там надо им выворку сделать, там что-то сгнило, короче, за время. Вот. Ну, там что еще? Покушать у меня сварено. Я вчера картошку взял, вот эту мелкую, взял картошку, короче, с луком. Ну, сварил ее, потом с луком пережарил, там чеснока. Я вам скажу, это надо было делать давно. Потому что шкурка уже толстая. Вот так, она же пролежала у меня недели две. Это надо было делать сразу, когда только выкопал. А так она уже все шкуркой, короче, взялась. Так что вот так. Ну, ничего страшного, я обдираю, кушаю. Что поделать, не выкидывает же. Кто-то написал там, у тебя животины, куры, там собаки, там типа им надо варить. Я, в принципе, как бы и сам знаю, кому надо варить. И я не говорил такого, что вот я не знаю, куда ее деть. Я такого не сказал. Я сказал, пусть лежит, что-то пойдет там на, ну, на посадку, там где-то по 3-4 штуки кидать. Главное, чтобы она дала ростки. Так что, как бы, ну, я понимаю, что некоторые там все хотят быть лучше других. Но ничего не поделаешь, ё-моё. В общем, ребята, вот такие вот дела. И там выкосил, все повыравнивал, все. Осталось у меня только с той стороны там выкосить. Ну и за двором еще. Но это уже не сегодня, в следующий раз. Принес ведро, я пособираю, чтобы не валялось здесь. Жердело это. Падает и падает, ее, блин, вон сколько еще. А не было видно. Ну вот, порядочек. Целое ведро. Знаю, что сейчас опять... Женщины начнут писать суши там и все такое. Ну, вы представьте, я мужчина, мне зачем вот этим заниматься? Я сделал себе компотов, сделал варенье, наварил. Мне вот так за глаза. Знаю, сейчас кто-то напишет, ой, мне бы, я бы. Вы знаете, когда я жил на Дальнем Востоке, тоже смотрел на эти абрикосы в магазине или по телевизору, тоже думал, ой, блин. А тут, когда живешь, оно вот оно, валом всего. Не особо как-то паришься по этому поводу. Так что вот, как-то вот так. Пойду высыплю. Курям, петухам, цыплятам. Всем помаленьку. Приехали сейчас ко мне гости. Это деда с бабой сын. Полковник медицинской службы МВД в отставке. С женой. Поздравить меня с приобретением дома. Ну и... пособирать абрикосов, они живут в Ростове-на-Дону. Ну и привезли мне вот, говорит, подарков тебе на посуды, целую гору. Все, говорит, тебе пригодится в любом случае в доме. Ну потом поразбираем, посмотрим, что тут. Вот.
честно скажу, очень приятно. Я не ожидал, как бы. Ну, мы разговаривали уже там, они меня поздравили, ну, еще тогда, 13 числа. Пойдем, говорит, поздравлять тебя будем в машину. Пойдем. Я деда ждал. Ну, дед приедет, наверное, попозже. Потому что, ну, сын приехал. Сейчас они с ними будут там дома. Ну, сидеть, общаться там. Потом попозже приедет. Я говорю, а ящик можно? Говорю, не отдавать. Да, ящик, говорит, можно оставить. Мне просто ящики нужны. Вот еще что у деда я брал. И вот, в общем, вот такие вот дела. А еще Галина мне привезла вот таких вот цветов поставить на подоконник. Говорит, можно не поливать. Не, ну я, конечно, буду следить, поливать кактусы. Вот так как-то. Поставим их. Вот так вот. Вот. Окно, видите, сломал. Вытаскивал этот шнур тогда в тот раз. Думал, придется вытащить эту стеклопакет. И назад все времени нету поставить. Все, руки никак не доходят. Вот так вот. Вот. Какая красотень. Прикольно. Политый. Вот так. Конечно, я поблагодарил. В любом случае. Я просто, ну, я просто даже не ожидал, если честно. Все знаем, мы разговаривали там. Ну, они меня поздравили с приобретением, все. А тут такой момент. Ну, спасибо, конечно, им огромнейшее. Ну, давайте посмотрим. Я знаю, что дед до вечера не приедет, потому что дети приехали. Вот. Приедет только, наверное, после обеда. А я, в принципе, на улице пока... что работу всю закончил. Ну а дома, что у меня дома порядок, все, покушать сготовлено. Вот, давайте посмотрим, какие подарки мне привезли. Ну и как раз видео доснимаем. Давайте с пакета, наверное, начнем. Ну, что-то, конечно, в использовании было, но все чисто, все это самое. Вот такая сковорода. Я вам скажу, вообще, таз нифиганный тяжелый, но сковородка нужна мне такая, ну, я имею в виду широкая. Посуды, конечно, много, в основном посуды. Так, ой, много полотенчиков всяких, ну, это сами знаете, я могу заказать, но все равно это очень приятно. Полотенчики, что-то еще, материал какой-то. Тут, в общем, собрали все, что можно было. Круто. Ой. Ого. Ого. Тарелка вот такая глубокая, огромная. Еще вот такая тарелка. Это тоже отсюда, да. В комплекте шла. О. На какие-то праздники. Газетка. Программка. Еще тарелочка какая-то. А, нет, это крышка. А, это вот в комплекте вот в этом. О. Ой. Это вот все в этом комплекте идет. Сольница. Это целый набор. Такой. Под молоко, да, наверное, это? Ой, кофе, кофе пить. Вот еще для перца, наверное, такая вот чепашечка под соус, наверное, под какой-нибудь. Ну вот.
Прикольно. Все это я вот так вот уберу. Будем надеяться на то, что появится в доме женщина, и она будет разбираться со всеми этими делами. О! Пару досточек. Но досточки новые, правда. Жарко, вообще жесть просто. Вот она, ткемали. Вот. Не знаю, я попробовал первый раз такое. И, ну что-то типа лечи, что ли. Ну это Галина уже по-женски. В случае в хозяйстве пригодятся хоть как. Так, тут что-то интересное. Подставочка для посуды. Ну, для этого. Для, как я? Ну, для кастрюли, для какой-нибудь горячей, чтобы на стол не ставить. Так, это уже второй набор у меня. В том году на день рождения мне Леха с Анютой подарили тоже набор стаканов и рюмочек. Надо приобретать сервант. Наверное, вот сюда я его поставлю, потому что телевизор я не куплю в любом случае. Исходя из нынешнего расклада. Так, здесь. О! Здесь много интересного. Кружечки вот такие, смотрите. Николаев. Вообще огонь. Да. Это вот такая кружечка. Спет. I am спет. А это машинки вот эти игрушечные, которые мультики. Вот такая кружечка. Новгород. Вот такая кружка. Перекресток. Российская Федерация. Герб и флаг России. И вот такая. Азовское море. Курорты Краснодарского края. Представляете? Это я, конечно, потом поубираю все. Ну и здесь посуда. Это целый набор, ребята. Вы представляете? Это целый набор. Тарелки такие же, как вот это. Так, это на кухне. Да, конечно, удивили. Огромнейшее спасибо, вообще огромнейшее. Поем. Такие мали. Геннадий говорит, не ешь, говорит, конкуренцию составишь. Это делают с алычи. Ну или с алычи. Не знаю, как ударение. Вот, в общем, вот такие вот подарки, ребята. Спасибо. Спасибо людям огромнейшее. Это вообще чужие люди. Вообще чужие люди.
взрослые. Геннадию 63 или 64 года уже. Полковник МВД медицинской службы в отставке. Вот, в общем, как-то вот так. В общем, вот такие подарки. Вот такое, ребята, видео сегодня. Кому понравилось, лайкосик обязательно. Не забывайте поставить, подписаться на канал. Ссылочки все в описании есть. На Яндекс.Дзен. Ну и все. Всем пока.